Всем самый добрый день! Сейчас готовлю печеночники из говяжьей печени. Для этого нам нужна говяжья печень, очистить ее от всех пленочек, чтобы она была идеальной. Печень сейчас нужно перекрутить на мясорубке или измельчить в кухонном процессоре. Также нам нужна одна луковица. Если вы будете перекручивать в мясорубке, то, пожалуйста, перекрутите лук на крупной решетке. Печень я буду измельчать в процессоре, и сюда же я отправлю овсяные хлопья. Хлопья у меня дробленые. Измельченную печень с овсяными хлопьями я выкладываю в чашу. Сюда отправляю мелко порезанный лук, сметана, одно яйцо, соль и перец. По вкусу и один крупный зубчик чеснока или два мелких. Перемешиваем все ингредиенты. Сейчас нужно закрыть крышкой или пленкой и оставить где-то на полчаса, можно на час, чтобы овсянка немножко набухла. И если вы будете отлучаться из дома, можно поставить в холодильник и на большее время, на 2-3 часа. На разогретую сковороду я добавила растительное масло и выкладываю печеночную массу большой ложкой. У меня эта ложка как 2 столовые примерно. Убираем огонь меньше среднего, у меня 2 из 10, закрываю крышку и готовлю до зарумянивания. Сейчас я закрываю крышкой и продолжаю готовить еще 2-2,5 минуты на минимальном огне. Готовые печеночники перекладываю на бумажное полотенце. Печеночники готовы. Вот такое количество у меня получилось. Их очень много. Они вкусные и ароматные. Немного остыли, поэтому я могу разломить руками. Очень вкусные, мягкие такие внутри. Пористые, нежные. Мне очень нравится. Я просто очень люблю печень, поэтому печеночники это одно из любимых моих блюд. Я с вами прощаюсь. Спасибо всем, кто заглянул в гости и кто подписался сегодня на мой канал. И до новых вкусных рецептов. Заходите почаще в гости. Всего доброго!